Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня я вам хочу рассказать и показать в действии выносную систему утепления и монтажа оконных блоков Триотерм. Вот видите, на этом доме по этой технологии установлены входные двери и окна. Мы дальше производим работы по утеплению отделки фасадов. Видите, как установлены блоки оконные. Дальше мы приклеиваем элемент примыкания с сеткой и заклеиваем с четвертью вот с такой вот пенополистирол 150 мм. И тем самым, вот видите, мы хороним вот этот вот брусок из очень тяжелого пенополистирола внутри фасадной системы PPS-16F Церезит. У нас пенополистирол 150 мм. PPS-16F устрой 31. Давайте сейчас подойдем изнутри, посмотрим. Вот он, монтаж изнутри. Это ПСУ, видите? То есть оконные блоки установлены с наружной стороны. Вот они. Вот он, Триотерм. Он приклеен с наружной стороны к газобетону и механически закреплен. В прошлом году, когда проходила выставка Open Village, у нас были показательные выступления. И там представители Триотерма производили монтаж. Ссылочку я обязательно сделаю, и вы сможете это все дело увидеть. Вот он, видите, тоже брусок снизу из очень плотного пенополистирола. Для закрепления брусков Триотерм на стене используется композитный клей-герметик и вот такие универсальные шурупы. Они подходят и по газобетону, и для любых других стен, и для кирпича, и для бетона тоже. Первым делом наносим клей. Насадка пистолета имеет специальный срез, который позволяет клею образовывать вот такую вот пирамидку. Эта пирамидка имеет достаточно большую высоту, что позволяет сглаживать большинство огрехов стены. Конечно, чудес на свете не бывает, и стена все-таки должна быть более-менее ровная. Но какие-то небольшие неровности, которые мы, например, наблюдаем на вот этой вот конкретной стене, этот клей вполне нивелирует. После того, как мы нанесли клей, мы прикладываем брусочек к проему, пока на глаз, и делаем несколько вот таких вот приглаживающих движений, чтобы поплотнее придавить клей. Клей густой, поэтому брусок висит сам по себе и вполне вероятно даже выдержит и уровень, если я его положу. Брусочек сразу выравниваем по уровню. И фиксируем его шурупами. Берем шурупы, берем шуруповерт с насадкой Торкс 30 и крутим прямо через брусок. Брусочек, так же как и первый, прикладываем к стене. Обращаем внимание, что все стыки должны быть промазаны.
контролируем по уровню. Так же, как и все остальные бруски, они клеятся на клей и прикручиваются двумя шурупами. Не забываем промазывать все стыки. Шурупы ставятся немного по диагонали. Ну вот и все. Бруски триотерм прикручены. Теперь будем вставлять в этот проем оконную коробку. Это вот внутри дома. Дом построен из газобетона и тонг D500. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Счастливо, до свидания.